До 13 лет ведущий Борис Корчевников не знал своего отца. Им оказался директор Московского драматического театра имени Пушкина Вячеслав Орлов. Когда же они все таки познакомились, то доверительных отношений между ними не сложилось. Возможно, потому, что мать Бориса, на попечении которой он рос, с самого детства уверяла, что родитель ушел из семьи именно из-за него. «Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется, папа ушел, потому что ты плохо себя вел», вспоминал Борис в разговоре с Натальей Гудковой, цитирует Воклюк. ТВ. Напоминаем, мать телезвезды зовут Ирина Леонидовна. Она заслуженный работник культуры, в прошлом помощница актера Олега Ефремова и директора музея МХАТ. Когда же Борису исполнилось 35 лет, родного отца звезды не стало. Вячеслав Орлов вел не самый здоровый образ жизни, потому и ушел на тот свет так рано. Но перед своей кончиной он открыл Корчевникову свою тайну. Оказалось, у Бориса имеется сестра, дочь от другого брака. Конечно же, ведущий сделал все, чтобы найти новоиспеченную родственницу. Сестра на тот момент работала учителем начальных классов. С Борисом она общаться не захотела. 5 лет назад ведущий нашел еще одного родственника по линии отца, двоюродного брата Евгения. Пообщавшись, Борис понял, что они похожи как внутренне, так и внешне. Меньше чем AMG класс равно Allegencenter Size Large WP Image минус 247266 SRC равно HTTPS обалдела. Ru WP Content Applaudes 2022-01 Россия минус 1 Садьба Петра Щербакова ВАЕ и страшно виноват перед своим отцом. Садьба Челавка от 26 января 22 года Бачси 7СА минус 1280 на 720 минус 1 метр 24С минус 1024 на 576.jpg Alt равно UIT равно 865 Height равно 430 больше чем. Кстати, вся эта правда вскрылась в ходе нового выпуска шоу Корчевникова «Судьба человека». Гостем тогда выступил единственный сын актера Петра Щербакова. Знаменитого отца Андрея не стало почти через год, как он переехал в Америку. Наследник актера полагает, что всему виной чрезмерная популярность Петра Щербакова, которая сыграла с ним злую шутку. Меньше чем AMG класс равно Align Center Size Large WP Image минус 247265 SRC равно HTTPS обалдела точка ру касая черта WP дефис контент касая черта Applaudes касая черта 2022 касая черта 01 касая черта Россия дефис 1 дефис Садьба дефис Петра дефис Щербакова. ВАЕ и страшно виноват перед своим отцом, Садьба Челавка от 26 января 22 года Бачси 7СА минус 1237 на 696 минус 5 метров 56С минус 1024 на 576. JPG Alt равно UIT равно 865 Height равно 430, больше чем, когда он шел по улице, невозможно было пройти, дергали за рукав. А в кафе всегда наливали. Поэтому я никогда не хотел быть знаменитым, потому что ты не принадлежишь себе, а принадлежишь всем. Наверное, поэтому он прикладывался. Я помню, как мать отчитывала, когда он приходил домой, поделился сын звезды фильма «Старый Новый год».